Родной, перед началом видео хочу тебя попросить подписаться на мой канал. Я иду к 100 подписчикам, поэтому переходи и подписывайся. Мне это очень сильно поможет. Здорово, дармоеды, с вами Женя. В общем, сегодня мы с вами продолжаем проходить Poppy Playtime глава 2. Я опять пропал. Ай, родной, ничего у меня не спрашивай. Как дела? Да хуёво всё. Всё как обычно у меня. Ладно. Давай немного поностальгируем с 22-м, кажись, годом. Я хуй его знает, когда эта игра вышла. Так и сделаю яко себе поярче. Итак, сегодня у нас мать на очереди. Блять, опять наушники через жопу. Всё как обычно, блять. Здрасте. Свалилась, блять. Ага, попсихуй, попсихуй, мы здесь еще. Завались. И чё? Стоп, подожди, родной, я ж тебе камеру-то не врубил? Долбоёбина. Так. Зет. Блять, это уже клиника. Открывай быстрее, нахер. Ой-ой-ой. Чё два раза? Дура считать разучилась. Слушай, посчитай где-нибудь в другом месте. Так, ну все, она нас это наипала, поэтому мы можем спокойно проходить дальше и не волноваться. Нам ничего в этой жизни пока что на данную секунду, минуту, момент не это самое, не угрожает. Я не знаю, как мы с тобой будем, родной, от нее убегать, но я думаю, мы сделаем это видео в две серии пока что, хотя... Ой, бля. Сука, я же сейчас не выдержу. Я же сейчас ежа рожу. Чё, блядь? Я чё, назад вернулся? А, ну да. А, вот, да, котик лизун, я понял. Так, я надеюсь, меня здесь не схватит Хагич. Блять. А где мы? Кстати, видишь дырку? Мы оттуда будем сюда убегать. Так. Чё у нас тут? Блять, как я ненавижу. Только для посоха. Мне насрать. Ой, фу. Какое же это фу. Так, значит, второй у нас синий, первый у нас красный. Не, подожди. А, красный, потом у нас идет красный, синий, зеленый, желтый. Красный. Синий. Желтый. Чего? Красный, дальше синий, дальше зеленый и желтый. Мы же с тобой это несколько раз, родной, сделали. Что за ебасосина? Так. Я же сейчас ежа рожу, ты о чем, бля? Она же сейчас, блядь, там поползет. Я ж, блядь, знаю этот момент. Я, блядь... А чё ты как мартовская кошка завыла? Давай. Угу. Побесись мне тут еще. Давай. Ну все, нет. Вроде да. Чё, ну реально как мартовская кошка завыла. Так, ладно, все, хватит пиздить шутки. Надо свои придумывать. А мои шутки только, сука, за 300 рублей. Пиздец. Так. Чё это? Так, мне эти бочки здесь нахуй не усрались. Поэтому давай-ка, родной, мы их сейчас распидорасим. Вот сюда.
Да укатись ты нахер отсюда. Я чё и хочу вообще укатать-то отсюда, я? Так, чё у нас здесь? О, спиралька. А чё она красная? Ага, я понял. Так, эту бочку мы ставим сюда. Всё, стоять, блять. Так, теперь. Так, это мы сюда поставили. Блять, если я не попаду во время погони какой-то здесь. Так. А. О, получилось. Шпоньк. Так. На углях тут еще все. Ну, поработали над материалами здесь, конечно, конкретно, да. И опять Лёха со своей технической шизой. Да сколько ж можно-то, а? Так. Ассаламу алейкум. Так. Ага. То есть ты там уже сидишь, да? 3, 2, 1, поползла, 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 поползла. Сейчас над нами. Ага. Ага. Угу. И чё? Да, как однажды сказал Вульфич, но она же видела, что я это. Так, давайте-ка я сразу сейчас кое-что сделаю. Я хватаюсь за рычаг, отхожу к чертовой бабушке. Все, понеслась. Бля, паутина здесь уже появляется, ну пиздец. Анальный, сука, клещ, а? Приготовились. Понеслась. Музыка здесь, блядь, напряжённенькая. Так. Где она там ползает вообще? Да, блядь, беги же ты быстрее, да ушек-то нахуй. О, мать, а у тебя чё, загнуло к чёртовой бабушке? Ну всё, мы проиграем. Я знал. Так, хорошо. Так, понеслась. Я сразу делаю вот такой вот, бег или еще какую-то хуйню называть не хочешь. А, ебать, это там проползла аж. Ебать, ты ужик. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Не бойся, не бойся, родной, я с тобой, не бойся. Ну да, ручки, ну бывают ручки. Где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай покажем ручки и будем ебать. Хе-хе-хе, напугала пидорасина. Ага. Ой, бля, чувак, у меня сейчас сердце остановится. Хуль ты вертишься, бля, остановись уже. Ой, бля, я знаю, что сейчас будет. Кстати, смотри, в обновлении здесь добавили это, редакцию над цветом. Здесь раньше было темно. Так. Ага, я долбоёб. Так, не, давай по новой. Ну давай, мамочка, давай обнимемся. А какого хрена ты замедлилась, скажи-ка мне? Так, нам надо подойти вплотную и держать эту руку, ну, до талого просто. Она все равно будет замедляться, у нас есть немного выигрышного времени. Вот она идет.
Идет. Дверь у нас. У нас дверь. Открывается. Вот она засала. И сосись уже туда. Давай руку, мамка. Рук давай. Я тебя спасу, маман. Так, ладно, все, хватит. А чётка грязная такая. Ебать ты, робот, нахуй. Братан! Приятного аппетиту! Ну, я пошел тогда. Бля. Знаешь, что это такое? Вот это. Короче, я не знаю, но здесь игра начинается вот... точнее, заканчивается там, где она начиналась. Куда идти-то, блядь? Вот. Игра... заканчивается там, где начиналось. И вот она, эта дверь. Она здесь засыпана. Но туда, если выйти, там этот выход. Короче, на начальный коридор. О, так, а ну-ка давай-ка о нем посмотрим, послушаем. Вот он. Log code 08502. In relation. Experiment 1006. The prototype. Эксперимент 1007, прототип. Я тебе еще все расскажу, родной. Ебать машину. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Короче, родной, он говорит о том, что прототип на самом-то деле умен и настолько прошарен, что он за... Там, кажись, было за 20 секунд он смог создать какой-то, сука, лазер-поинтер. И... А мне это нужно. Короче, он создал какой-то лазер-поинтер, хуёинтер. И в итоге... О, клав. И в итоге он, в общем, сделал и этот лазерпоинтер и обманул всех ученых. Это одно. Дальше он сказал, что типа эксперимент 1006, ну это 1006 хуги-вуги, является, ну так скажем, умным и таким более... что ли, послушной версии прототипа, но, так скажем, тоже беды эта сука несет. Ладно, я тебе перевел, конечно, не все конкретное. Если захочешь, напиши мне обязательно в комментариях, я тебе выложу эти все кассеты, которые здесь запрятаны в файлах игры, я знаю, где это. Так, ладно, давай ее высвобождать. Здорово. Твою мать, что у нее с глазами? Они просто голубенькие были. Что у нее с глазами? Твою мать, у нее глаза черные, нахуй. Ебать, ты страшила.
Но ее, наверное, уже захватил этот ебучий прототип. Ну, смотри, как бы еще, как однажды сказал Винди, что прототип порвал мамку нашими руками. То, ну, на самом-то деле, да, с этой теорией я согласен. Но при чем здесь Хакич? Ладно, хрен там с ней, с этой мамкой, бля, ползает здесь паутину, прызгает, прототип уже заебался эту паутину убирать, наверное, после мамки. Но нет же, а нахер нам нужно было справляться с этим хуги-вуги-ебуги, хотя, блядь, он же ж, ну... Ах, у меня мозг сейчас сломается. Так, ладно, собака, Хаги, кошка, мать. Охуеть, тут можно увеличить. Сейчас, кстати, почитаем. А потом красный. Ага. Синий и 1, 3, 2, 4, кажись. Да. А, так, смотри, мы сейчас пока что ехать не будем. Я не знаю, что... Сейчас, родной, подожди. А, я знаю, что это за письмо. Смотри, здесь, значит, что за хуета-то происходит? Смотри, я сейчас пока что выйду. Вот эти вот окна, они не настоящие. Смотри, вот там вот разбитое стекло, и оно... Ну, там видно, что показаны эти самые лампы. Теперь смотри, какой прикол. В письме, видишь, добавьте окна. Это все сделано не просто так. В этом сообщении пишется о том, что дети себя... некомфортно чувствует, ну, под землей вот в этом заводе. Блять, заебись, машинист такой запустил состав, блять, ходит, гуляет. Вот. Дети себя здесь чувствуют некомфортно, и смотри, здесь на самом-то деле очень даже похоже, что здесь настоящие окна. И мы на самом-то деле на поверхности, но ни хрена, чувак. Мы с тобой, блять, просто в метрополитене. Потому что, ну, не потому что здесь поезд и все такое, нет, потому что мы, сука, под землей. Это первое. А, второе. Что здесь пишут? А, здесь у нас... короче, правила Game Station. В общем... не отходи от мамки больше, чем на 20 ярдов. Здесь все должны быть в 8 утра. Игры. Проходите игры на Musical Memory Wakuwagi Zen Status. Дальше... Mabilon Glanks может H-Game сопровождать их, видать, но не буду думать, что она их жрет. Только дети могут играть в игры в какое-то определенное время. Дети, кто могут играть на гейм-станции и, короче, деградировать... Музыкальные воспоминания, Вакуваги просто... А, здесь уже это, говорится о том, что каждая игра-то характеризирует. Компрус, ну, видать, внимание, мемори и реакцию. Хагуваги — это зрение... А, ну, время реакции. Здесь уже... Ну, тут скорость. Дальше, have left day to control, и все это передается миссис Стелла Грейбер, ну, собственно говоря, это чурка, которая здесь, собственно говоря, обитает и делает детям ебасосину во всех вообще смыслах и понятиях. Ладно, я тебе, родной, рассказал все, что хотел, поэтому я думаю, мы можем подавать гудок, снимать поезд со стояночных тормозов, разряжать тормозную магистраль и отправляться. Все, два гудка мы подали, можем ехать. Что ж, хочу тебе сказать, пиздатенько. Вот. Но здесь не все так просто, родной. Этот момент я запомнил как 2x24. Если в играх я действительно забыл, что там, но здесь, родной, здесь уже бесовщина. Да что тап-то такое? Что? Я уже все собрал. Так, сейчас, годно, я посмотрю. Да, запись идет, все хорошо.
Все. Котел запустился, можем чухать. Возьму-ка я на всякий случай. Она, короче, говорит, я столько типа времени сидела в этом кейсе, но ты спас меня, ты пиздатый, слишком пиздатый, чтобы уходить. Саря, вот сучка, а. Ну дай ты мне сбежать, не могу тебе дать уйти. Не встречала похожих на тебя. Знаешь, сколько я там пробыла в этом кейсе? Столько не живут. У меня очень было много времени для того, чтобы подумать и принять плюсы и минусы. И многие вещи здесь происходили, очень ужасные. Но я знаю, что можешь сделать ты. Ты пиздатый. Мы с тобой... Что? Короче, переводчик родной из меня очень хуёвый, тем более, что я английский знаю ровным счетом нихуя. А я могу это потянуть, подожди? А, нет. А хули ты мигаешь тогда? Откуда вообще свет, блядь, идет? Короче, я догадывался, что она все-таки это сделает. Ну, как догадывался, я знал. Когда догадываются, это говорят... Нет, подожди, дай. Состав ебашит, бля, съебались все. А мы с тобой... вот сейчас мы с тобой в поворот входим, да. Да что ж такое-то, ёптить, я что знаю, что мне делать? Stop the train. Так я пытаюсь. Тварь. А, во-во-во-во-во, пошло. Все, стопаем поезд. А что у меня с частицами? Они должны быть миллиметрические. Ладно, похую. Блять, тормоза. Почему только на одной стороне? Ой-о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 й
А чё так тихо? Плейкейр. Не таким я его себе представлял на самом-то деле. Как сказал Вульфич, да вот те и Поппи Плейтайм. Ну что ж, родные, мы с вами дошли до финальных титров. Вот, мы с вами прошли две главы. Я вас хочу с этим поздравить. Вы молодцы, я тоже молодец. Вот, Стелла Грейбер, Нола Копт, Мами Лонглекс, Элис Лейт Пире. Ну, короче, здесь уже актеры. Вот, хотел озвучить, не получилось. Но ты меня за это сильно не вини. Что ж, что я тебе хочу сказать? Игрушка пиздатенькая, стрёмный момент с Шредером, вот, который перемолол ее. Вот, тем более, что, по сути-то, она тупо следовала за нами. И опять же, как сказал Винди, что прототип порвал мать нашими руками. Действительно, это так. Я, конечно, не углублялся во всю теорию. Если ты хочешь увидеть от меня теории по этой игре, то тогда пиши мне в комментариях, и мы с тобой вместе пообсуждаем эту игру. Что ж, спасибо, что поиграли. Игра была создана с помощью движка Unreal Engine 4. Ладно, родные, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всем пока.